Строительно-монтажные работы по прокладке газопровода ведутся в деревне Акулово. Работы здесь продлятся до 5 декабря. За это время будет проложено 1500 метров распределительного газопровода и построено 25 газопроводов-вводов до границ заявителей. Всего в рамках реализации программы социальной газификации в Одинцовском округе будет догазифицировано около 170 населенных пунктов. Возможность подключения к магистральному газу получат 4500 домовладений, в которых проживают более 12 тысяч человек. Подать заявку на догазификацию можно на официальном сайте Мособлгаза.